В Славянском районе действует более 300 спортивных сооружений, и материально-спортивная база продолжает улучшаться. Вот уже более года успешно работает в городе Центр единоборств «Медведь», который стал новым этапом в развитии целого ряда видов спорта. Об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Недаром наш муниципалитет называют территорией спорта. В районе развиваются многие его виды, в том числе единоборство. Настоящим подарком для славянских самбистов, дзюдоистов, борцов, тхэквондистов стал Центр спортивных единоборств «Медведь». Он отвечает самым современным требованиям. Здесь созданы комфортные условия для тренировок спортсменов и проведения соревнований. Самбо – это универсальное единоборство, где есть приемы из нескольких десятков спортивных и национальных единоборств, а также различных систем самозащиты. И самбо очень интересует юных славянцев. Много ребят начали заниматься с открытием комплекса единоборств. Очень удобно расположен практически в центре города. Подъезд удобный, парковка отличная. Родителям удобно привозить детей. Дети с удовольствием занимаются, видят, что все новое, все, скажем так, для них хорошие раздевалки, хорошие условия тренировочные, инвентарь практически весь есть. Уже ребята выступают на соревнованиях, те, кто пришли там буквально полгода назад, занимают призовые места, кто-то даже становится победителями соревнований. Вот. Ну, также, помимо, скажем так, работы с телом, приходится очень много воспитательной работы вести. Работаем мы по направлению спортивное самбо, боевое самбо и смешанное единоборство. Последние два пункта – это ребята уже, которые занимаются подольше, постарше. Вот, они выступают по этим видам единоборств. Спортивная греко-римская борьба – отличный способ стать сильным, уверенным в себе, дисциплинированным. Этот вид спорта очень популярен у нас. Ребятам нравится заниматься борьбой. Условия очень хорошие. Значит, дети приходят на тренировки, у них все условия. Как три ковра стационарных лежит, так и душевые, хорошие раздевалки и так далее. Как муниципального образования, так и краевые соревнования проводим. Дети, большая часть выступает, также приходят посмотреть. Конечно, сильная популяризация спорта. Славянские тхэквондисты получили в Центре единоборств свой зал, где есть все необходимое для успешных тренировок. Это, конечно же, улучшило результаты спортсменов. Такие объекты у нас в городе строятся. Благодаря этому поднимается уровень спорта. Вот, конкретно в нашем виде спорта мы за этот год добились существенных результатов. У нас ребята показали отличные результаты. Ребята входят в сборную края, победители ЮФО, призеры первенства России. То есть это очень как бы существенный результат. Вот. Пока у нас зала не было, конечно, у нас результаты были скромнее. А здесь, в этом зале, у нас есть все для того, чтобы заниматься, для того, чтобы ребята тренировались и показывали отличные результаты. Юные тхэквондисты с радостью приходят на тренировки, чтобы овладеть всеми секретами любимого вида спорта. Я занимаюсь тхэквондо 4 года. Мне очень нравится этот вид спорта. И я люблю ездить на соревнования. Это очень хорошо. Спортивная жизнь в Центре единоборств «Медведь» бьет ключом. Здесь одновременно занимаются ребята разными видами спорта, не мешая друг другу. В течение года с небольшим был проведен целый ряд серьезных соревнований, которые продемонстрировали выросший уровень подготовки славянских спортсменов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».